А мы опять едем в Икею. Столько машин. Мы погуляли в парке, посидели в ресторанчике, покушали, а сейчас едем в Икею. Хороший день заканчивается в Икее. Нам надо кое-что там поменять, кое-что докупить еще. Надеюсь, на ближайшее будущее. Раз вам хотела показать кроватку в Икее. Смотрите, какая прикольная. Здесь сразу как и комодик идет. Четыре таких больших отдела. И типа как свободные секции. Короче, классная. Смотрите, какую прелесть взяла. Вот у меня вопрос к вам. Такого горшочка хватит? Как считаете? Или нужно побольше пересаживать? Так, а у нас предстоит целый день сегодня. Раскладывание все по полочкам, уборка. Мы сейчас разбираем канцелярку, что-то на выкид, что-то, что пишет. Вот Кируш проверяет, какие пишут хорошо, какие плохо. Здесь у нас столики будут вот цветные листы всякие и белые листы, картон, цветная бумага. Здесь вот такой разделитель. Я туда всякую мелочь положила. Все для творчества. В шкафу я все уже разложила из одежды. Здесь какие-то на вырост вещи. Здесь еще пустая корзина осталась. Лишним не будет. Здесь вот какие-то висят эти. Еще побольше вешалок взяла. Тоже в Икее. Вот здесь корзина со всякой дребеденью. Внизу, как в комодике, у нас вот такие разделители. И тут у нас трусики, носочки. Тут шортики, маечки, джинсы. Тут у нас пижамки, штанишки, кофточки. Шкаф очень вместительный, и нижний ряд у нас остался еще свободным. Здесь я вон буду обувь хранить в коробочках на вырост. Еще наверху у меня коробка пустая, так что места, куда разложить, полно.